Много лет назад участок по адресу Пуруте-100 планировался под строительство теннисного центра. Фирма-инвестор Tartu Invest, выкупившая этот государственный участок земли у земельного департамента, пожелала продолжить это начинание и построить спортивный центр. Они обратились к городскому управлению, чтобы уточнить, есть ли еще заинтересованность со стороны города в строительстве такого объекта на территории города, и не хотели бы власти поучаствовать в том, чтобы арендовать крытые теннисные корты, которые будут построены там. За комментариями мы обратились к вице-мэру города Кохтла-Ярве Виталию Бородину. Вот, мы составили ответ о том, что мы готовы начинать переговоры с тем, чтобы поговорить хотя бы, то есть, о сроках, о датах, о суммах, о возможностях и все, что с этим будет связано. То есть, как можно привлекать наши спортивные клубы, как можно привлекать детей, молодежь, какое назначение строения инвестор планирует дополнительно к тому, что это будет только теннисный центр. Мы поговорили пока что только так, как скажем, предварительно. Есть желание у инвестора привлечь сюда организацию такую, как MyFitness, или, в общем, организовать большой тренажерный зал. Мы это всячески поддерживаем, поэтому ответ наш на этот запрос и был, что мы готовы вступить в какие-то переговоры в дальнейшем, чтобы представлять дальнейшую судьбу этого участка и строительство. Вот, вот такой был у нас контакт, этот происходит, и надеюсь, что в ближайшее время мы встретимся и сумеем уже говорить более предметно. Конечно, на себя какие-то обязательства о том, что мы будем арендовать в таких-то объемах за такие суммы, говорить еще преждевременно. Но с каким предложением придет инвестор, будем оценивать и взвешивать уже дополнительно. Несмотря на то, что данный проект еще в стадии переговоров, у города есть огромный опыт работы с фирмой Tartu Invest. Она является застройщиком торговых центров «Верония» и «Ахтме». Как признался Виталий Бородин, с фирмой-инвестором они всегда находили общий язык, всегда учитывались пожелания города в зависимости от возможностей фирмы.